Значит, домешиваем мы уже на столе тесто, потому что в тазике вымесить мне его нереально. И поэтому, как бабушки в деревне, вымешиваем на столе. Потому что в деревнях всегда заводили много теста, пекли хлеб, семьи всегда были большие, поэтому и количество. Ну, я, по крайней мере, помню свою бабушку в деревне. Я уже говорила, она в русской печи стряпала хлеб. И такие огромные булки во всю эту. Ой, я вся в муке. Ну, ничего. Скажите, почему без фартука и без косынки? Не люблю. Не могу. Мне сковывает движение фартук. Потому что я люблю свободную одежду. Фартук мне сковывает движение. Поэтому я... Мне проще постирать платье, переодеться, чем чувствовать дискомфорт. Косынку я одеваю только тогда, когда меня совсем допекли волосы, они мешаются, поэтому я могу косынку одеть. И будете смеяться, зимой я хожу без шапки, а летом я хожу в косынке в белой, потому что солнце у нас очень сильно печет. И это как бы моя панамка. Ну вот, почти все оно вот такое. Можно, конечно, еще помесить. Ну, сильно густое не делаю. Оно должно быть легкое и воздушное. Еще бы хотела коснуться одной темы. По одному высказыванию. Мне прямо оно так слух порезало. Ой, ничего не говорите. Я знаю, что меня смотрят. И вторую многодетную тоже смотрят. Зрители. Поэтому просто хочу сравнить. В деревнях всегда были большие семьи. Всегда. И никто не считал себя ни героем. И не говорил, что он совершает подвиг. Как-то понятия были раньше другие, чем сейчас. Эти понятия. И вот когда высказываются так, это так режет слух. Ой! И это так не соответствует действительности, потому что многодетность, либо еще что-то, это выбор каждого, собственный, добровольный. То, что вы решили сами. Опа. Сейчас я это полью маслом. Растительным. И ставлю в духовочку. Ну и все, пока. Тесто поставили в духовку, оно уже как поднимается хорошо. Ну а я, как вам и обещала, мы идем в хатон. Всегда. На этот. Старшие не спят. Давайте по ходу покажу вам. Козюлин, вон они уже какие большие. Большие спят. Мы большие. Приехали Витюха с Кристиной. Да? Кози? А, Кози. Вы покушали и тоже спите. Да? Очистился он. Очистился он. А то был вымазан весь. Сейчас вот помыли ящики, пока у меня будет время, пока поднимается тесто, я переложу из одного опять инкубатора в другой, потому что скоро вывод, мне нужно переложить утиное яйцо отсюда, потому что разная влажность у него куриного и утиного, поэтому достали старый инкубатор. Ну что, идем в хатон? Птица сидит здесь, птица сидит и не боится совсем, да? Что ты? Ты со мной пойдешь? Давай я отпустим пока. Да, пока я отпустим. Нет, не надо. Опа! Он лук везде, везде на подоконниках. На улице сухо, хорошо. Пойдем в хатон.
Вот у нее яйца не смотрели. По-моему, она сидит на яйцах. Здесь гусей стало меньше, потому что гусаки сидят в хатоне. 7 штук гусаков было. Убрали. Да? Фунт. Что, фунтера? Да, красавец. Сейчас, помните, я вам говорила, что... Ой, ну фунт, пропусти меня. Что загородили курицам. Не помню, показывала, нет? У меня склероз точно. Вот здесь они так сидят. Ну, когда хотят, выходят сами. Дама вперед. Вот, открытый здесь выход у них с курятника. Да. Значит, вот, значит, так, о, уже с утра. Тихо, не трогай, индейка тоже сидит. Значит, вот такую штуку с утра сделали. С утра сколько было? 27. 27 яиц с утра занесли. Честно говоря, я не знаю, сколько здесь у нас куриц. Не считала просто. Вот они, гуси, которых несутся сверху. Выдворили из этого, из теплицы. Вань, неси тогда что, ячейку или так, карманы соберем яйца. Значит, мы вот ее сделали из... Правда красота, прям как настоящий курятник. Чего, солнце? Как настоящий курятник. Да. Да. Сколько я до этого просила, говорю, давайте сделаем, а потом психанула. Достали все обрезки, это остатки от старой мебели. Всякие тут и белые, и синие, где дверцы были, где полки были, где эти были, стенки. Что? Очень быстро. Да, собирай. Да, и там тоже нормально. А индюшка сидит, индюшку трогать не будем. Там под ней курица. Она высиживает, да? Пусть сидит, не трогай ее. Нет, доча, мы тебя не трогаем. Сиди. Мы на яйца. Да. Ты бойцовская. Ты куда, в тазик слаживаешь? И вон там, посмотри, что там есть корова. А, точно, под ней яйца. Ну, а, там за этим цесарка несется. Нет. Ну, пошли. В этом году работы много. Ну, как всегда, каждый год. Что ты? Вот здесь хорошее место. Как пулеметы, здесь пулеметы. Да, мы заложили инкубатор. Да, своим яйцом. Ваня пошел яйцо домой заносить. А я пошла, ой, оторвалась. Я пошла к уткам. Ну, вернее, не к уткам, к портосу. На улице сегодня дубак просто. Кошмар. Че, а где наши? Вот они. А я уже испугалась, что это у вас на посту нету. Где этот вредитель? Опять все выкинул. Портос, смотри, у тебя вообще сено. Совести нет. Ты все сено, что тебе сегодня с утра насыпали. Насыпали, ты все выкинул. Это что за забастовка такая-то, а? Да не кусайся. Вот так выкидывает сено, а потом валяется на нем. Да? Вредина. Вот вредина. Ты посмотри-ка, что он. Ты что злишься-то? С характером молодой человек. А если я тебя укушу? Если я тебя укушу? А? Давай. Я так собаку отучала кусаться. Кусала ее за ухо. Вот ты будешь сено собирать с пола. Почему такие губы прям жесткие? Ты посмотри-ка, что творит, а? Нельзя так. Видишь, он опять на полу валялся. Ну, я вижу. Я говорю, он выкинет и потом катается. Давай, давай, да. А так, да, я твои губы сейчас поймаю. Да, давай, 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 ага. Не нравится, что ли? А мне прям нравится, когда ты кусаешься. Давай, вот так. Да, да, да. Давай. Давай, кто кого. Ну, что? Уже давай, давай. Нельзя кусаться.
Давай, укуси только, ага. Я тебя за губу схвачу. Вот так. Я не злая. Нужно как-то его все равно учить, что кусаться нельзя. Ладно-то он меня укусит. Вот только что я такую прическу сделал. А если кого-то детей укусит? Вот так, нельзя кусаться. Бяка. Да. Пойдем сейчас тесто еще подобьем. Давай, все, солнце, молодец. Тесто подобьем. Еще будем сегодня, ну, яйцо красить. Да. Луковую шелуху надо. Да-да, да-да-да-да. Что, не получается, что ли? Ах, 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 ах. Да. Пока тесто еще не подошло, по хатону мы походили с вами. Лук. Сейчас нарежем много лука, потому что он пропадет. И отнесем индюкам. Вань, ты тоже сел резать? Да. Легин, дай мне большую чашку. Честно. Потому что три большие коробки нужно скормить. В принципе, большим индюкам можно отнести прямо вот эти перья. Они и так его склюют. А малышам все-таки нужно резать. Хочешь лук порезать? Давай, порежь. Бери, да, много лука. И можно много порезать. Сейчас получается, откуда лук-то этот? На базы завезли много, а проходимость-то сейчас совсем никакая. Людям нет до зеленого лука. Поэтому чуть концы подвяли. Поэтому его уже, ну как не ликвид считается. Так, яйца что, ставить, варить же надо? И белые там, и этих цветные. Ну все, ставь варить большую кастрюльку. Яйца варим много. Самое странное, вот яйцо где-то здесь чашка стояла вареная. 2 дня назад варили полную кастрюльку. Оно осталось еще, не доели его. А вот цветное уплетают только так. Вань, точно, наверное, это большим индюкам отнеси так, кинь лука. Тесто у нас очень хорошо поднялось. Вылазь, это я уже его подбила. Это оно второй раз уже поднялось. Сейчас буду вытаскивать. Ой, елки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Наше тесто готово. Осталось нам только разложить по формочкам. Формочек много. Еще железные формочки делаем. Сейчас сначала маленькие на противень выставим. А потом большие. Потому что маленькие же быстрее подходят. Поэтому их в духовку раньше ставить будем. То бишь совсем понемножечку. Дефицит в связи с тем, что закрыты все магазины, дефицит вот этих формочек, это кошмар какой-то. Мы объехали несколько магазинов, чтобы найти формы. Сейчас последний раз оно подойдет в формочках и поставим в духовку. Так, по формам разложили все. Ждем теперь, как они поднимутся.
Значит, да, вот так вот на полу. Сейчас охлаждаются яйца и пойдут сейчас в эти каретки, чтобы поместить их в инкубатор в другой. Такая тень, 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 тень на плетень. Самый главный, да? Места занимайте себе и давайте так, без скандала, без ругани, а то сейчас начнется. Туда-сюда. Сами место себе нашли? Мама, где они? Я нашла. Ты нашла. Я нашла. Так. Давай сюда поставлю. Вот на двоих одна. Баночка, да. Да я сюда двигаюсь, там Рома. А мне? Что тебе надо? Вот такой домик сделали для яиц. Рома говорил, я тоже хочу делать. Но у нас еще таких два в запасе. Даяна, надо было белое яйцо туда. Кристина, подай, там еще есть эти штуки. Что твое? Краска. Краска. Ну, вдвоем с кем-то, вот с Даяной. Его не, оно не покрасится. У тебя вытащи. Вытащи. Да, Регина, забери вот это яйцо. Оно еще и треснуло. Кого? Это мы сейчас еще партию яйца сварим, и потом будем вот эти делать. Давай, Витя. Твое, хорошо. Сейчас мы еще партию яйца сварим. Есть эти, вон, вот эти коробочки, да. Вот им раздать надо, чтобы они делали эти. Да, посмотрите, какие штучки у нас еще есть. А, ну какие покрасить? Нет, вот здесь есть этот. Костюмчики надо будет делать. Сейчас покрасим тогда. Кому перчатки нужны? Тихо у нас не получится. А потом будем делать вот такие штуки. Я хотела Да? Лена, вытаскивай, пробуй, смотри. Мама, надо для этого три яйца оставить. Чего оставить? У нас полно. Ага, такие есть. Такие есть же у нас еще. Да? Мы заказывали, я заказывала. Ну вытаскивай на салфетку. Где салфетка? Вон же салфетка. О, какое желтое, красивое уже. А у меня нет. Кого нету? Я без банки. С Леной? С одной банкой, хорошо? У меня краски столько на вас, банок не хватит. По две банки сделали. Все, давай. Ой, с перчатками, конечно. Руки выможите. Давай, давай. Ты что, индеец? Это не бери, оно лопнет. Бери светлое. Лопнувшее. Ага, ну вот на него надо будет наклеить это. Да? Рома, нет. А маслом? Вы держите. Масло же его на тарелочке поставили, маслом смазать. Чтобы оно да. Простело. Чуть-чуть солнце надо было, совсем чуть-чуть. Ты что забыл? О, молодцы. Мама. Рома работает. Давай, ну сюда получше. А что они тебя победили? Переварили. Или что это? Нет, такое ощущение, что уронили. Вот эти вытащи, а эти оставь. Сейчас еще кастрюльку поставили варить, да? Все? Ну распаковывай, вытерла яичко, вытерла, все. Синие яйца тоже красивые. Он уже там через верх полилось. Опа. Опа. Вы куда? Вы сколько туда запихали их яиц? А вы что сидите? А вы по очереди одно яйцо. Может быть, отлить тогда в кружечку в отдельное еще? Ну, в общем, вот такой процесс. Давай, Лена, бери новую. Ты колдуешь, стоишь, Рома? Угу. Да? Все, нет, пузырьки. Лена наколдовала, да? А что у вас такие бледные? У кого?
Ну, мало держит. Вон, смотри, у Витюхи какое. Половина с краской выливает. Ну, ничего. Салфетка, Лена, сверху. Возьми салфетку. На. Вон. Сына не кидает. Ты его уже... Илюша, воду. Оно у тебя слабо покрасилось. Покраси его еще сильнее, ярче. Ну, практически все уже закончили. Регина решила персональную сделать себе. Нет, я сделаю несколько. Я сделаю несколько. Да. Сиреневую. Да, хаос, да. У меня, смотрите, это уже они отмылись, а руки. И платье я тоже уже переодела. Потому что я облилась. Вернее, Регина облила меня зеленкой. Ты облила меня зеленкой. А зеленку мы использовали. Покрасили вот такие яйца. Красивые получились. С шелухой мелко нарезанной. И зеленкой варилось оно. Видела я этот рецепт в интернете. По старинке покрашенные яйца. Шелухой. Луковой. Луковой, да. Здесь еще. Вот что ты сидишь и не украшаешь? Да не надо. Не надо. Вот. Где? Да, сиреневенькая. Я уже украсила. Яйца там накрашены. А где еще все яйца? Вон там. Вон там. В общем, все яйца раскидали по дому. А нет, они эту... Принеси, они... Куда ее поставить? Вот. Это детское творчество. Это кто такие? Принцесски. Матрешки. Матрешки, принцесски. Вон там их везде понаставили. Такая деревянная подставка. В общем, дети развлекались. Как могли. Как могли, да. Все. А какую мне теперь посыпку-то делать? К сиреневому цвету подобрать сложно, да? Да. Сделай розовые шарики. Так они сольются. Не сольются. Пусть оно все будет розовое. А я не знаю, делай сама. Потом скажу, что я... А, на белую, просто белую кокосовую стружку. Точно. Во. Видишь, какая я умная? Умная. Умная. Да, еще стоят у нас. И еще тесто есть. Ну вот так мы сегодня весь день практически занимались изготовлением наших куличей. Да, последние еще подходят, еще в духовке. Делаем всегда много. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Охранника. Большой ребенок. Да, дети наделали. Сейчас покажу такой домик. Ой, что-то у меня даже сил в руках нету. Вот такой домик, а там в нем яйца. Свет совсем не видно, как его показать-то? У меня мозг не работает. Ну, в общем, вот так. Там в домике сидят яйчики. Они такие там с личиками. Такими красивыми. Вот. Так что я хочу всех поздравить с наступающим праздником. Пожелать тепла, уюта в вашем доме. Здоровья, терпения, всего самого-самого хорошего. Да, тут у меня и козлята, и все. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо. У всех было все хорошо. А терпение сейчас, оно немаловажно с такой ситуацией. Вот. Поэтому всего-всего самого. Устала. Немножко. Морально я устала от недели учебы. Но сегодня мы так хорошо потрудились. Все? Ты еще не доделала? Будем убирать все в холодильник. Папа идет. Что хочешь сказать?
Ничего. Молчит, как партизан. Че, я сажусь кушать? Ну все, всем пока-пока.